Всем доброе утро. Сейчас уже 1:30 дня даже, воскресенье. Я так вчера устала, но сегодня я проснулась где-то в 4 утра, потому что мне нужно было выгрузить видео. Понимаете, я сама по себе проспаюсь так рано, потому что видео ночью у меня рендерится, чтобы телефон совсем не погибал, так сказать, я сама по себе просыпаюсь. Короче, не могу спокойно спать вообще. В итоге я в 10 поспала еще. До 12 вот сейчас встала. Что сегодня я буду делать, не знаю, но посмотрим, увидим вместе с вами. Не знаю, что сегодня вообще в принципе делать. Хотела бы просто спать, но не хочу просыпать такой хороший солнечный день. Так что я пошла, наверное, завтракать. Начала редактировать вчерашний влог. Выложу я его завтра. Сегодня я его выгружу. Завтра 12 выложу. Завтра, кстати, не учусь. Сейчас идем завтракать. Только. И у нас что-то со стиральной машиной произошло. Там вода не сливается, я не знаю. Возможно, она все-таки взорвется. Чего я боялась, что произойдет. Сломан насос, который выкачивает воду. Я боюсь представить, сколько это стоит. Что у нас со стиралкой? Сломалась. Как? Кто последний стирал? Какая разница? Ну ты сломала. Все, у нас сломана стиралка. Мы будем ходить только в грязном с сегодняшнего дня. Смотрите, что пишет этот аппарат. А он ничего не пишет. Все, всем приятного аппетита. Я буду есть рис. Не царапай. И я тоже кофейка хотела бы. Вот это не оставляю. Каждый раз оставляю, я оставляю. Это я не успеваю, потому что... Все, всем приятного аппетита, кто тоже сейчас кушает. На часах уже 3 часа дня, я до сих пор ничего абсолютно не делаю, сижу в телефоне, лежу, ем, в общем, обычный отдых, ну, к сожалению, пока что, слава богу, пока что у меня только такой отдых, потом, я надеюсь, я не буду так всю жизнь отдыхать, смотрю, в общем, на погоду, так хорошо, так спокойно, неужели я дождалась этого тепла, ну, еще, конечно, не совсем тепло, но уже как бы все снега не будет. Это очень радует. Снег почти весь растаял. Осталось дождаться теплого воздуха, потому что ветер пока холодный достаточно. Вот. Уже даже отредактировала влог, который выйдет уже завтра. Вообще делать нечего, просто нечего. Ну, правда, мне еще через... месяц экзамены, но я пока не хочу об этом думать. Мне вообще как-то все равно на эти экзамены стало. Пока я просто наслаждаюсь. Ребят, я накрасилась в итоге вот так вот. Опять что-то на розу меня потянуло. Иду я гулять одна, слушать музыку. Гуляю, да, гуляю. Виктор Цой исполняет. Не могу, не хочу негативить. Извиняюсь, простите, пожалуйста, за этот момент на видео, но я не могу по-другому. Мне сейчас нужно просто посидеть, здрасте, подумать, я не могу, мне сейчас... Короче, плохо мне сейчас очень, поэтому я пошла в магазин. Ребят, я уже пришла на какую-то площадку, помню, зимой здесь Никита гуляли, осенью даже, ее еще не достроили. Сейчас она уже вся достроена, почти вот эта сцена какая-то делается. Вот, сижу тут на каком-то стульчике, я не знаю. Очень тепло на улице, реально можно сейчас спокойно походить в одной футболке, но я не могу. Не хочу, точнее, потому что прохладно, все равно будет немного. Вот, а так очень клевая погода. Сошла я, в общем, бегаю в торговый центр Южный полюс. Давно уже на него смотрела, но ни разу тут не была, и слава богу.
Это очень странный торговый центр. Может, кто из Уфы тут знает, но здесь ужасные туалеты. Типа здесь... И здесь... Все ужасное. Прям в шоке. Решила просто посмотреть, какие здесь есть магазины, но в итоге здесь нет ничего, кроме детского мира и пятерочки. Остальное — это ремонт обуви, ремонт одежды, шитье, пошивка и так далее. И всякие все по 49. Не знаю, ребята, вы просто... Я тут еще сам без звука показала, где туалетная бумага. Там нет даже в туалете туалетной бумаги. Я пришла протереть обувь, что она у меня грязная. Я первый раз вижу дорогие такие торговые центры, поэтому я немножко так в шоке. Ой, ребят, я только зашла домой, уже помыла руки, переоделась, сейчас буду наконец-то кушать. Чтобы вы понимали, я ела последний раз в час дня с вами рис. Буду кушать вкусный супчик. Потом уже, наверное, сидеть в интернете, ничего нового. Всем, кто сейчас будет кушать, приятного аппетита желаю. Все, я пошла есть быстрее. Ребят, я уже собираюсь идти спать. Сейчас буду умываться. Не знаю, что я сейчас сделала. Предложила зачем-то ватный диск к лицу. Вчера только с вами вместе умывались, так что сегодня, думаю, показывать не надо. Сегодня, кстати, уже новый этот. Целлярку буду пользоваться. Все, желаю всем спокойной ночи. Встретимся уже завтра в этом же влоге с вами, потому что я вам мало сегодня наснимала. Вот. Все, всем спокойной ночи. Всем доброе утро. Сегодня понедельник. 11, наверное. В общем, дату увидите на экране. У меня проблема. Трава начала расти. Трава растет, ребят. Все, весна полным ходом. Настроение отличное. Вчера мало вам снимала, потому что особо настроения не было, уж извиняюсь. Я не хотела особо вам портить настроение своим плохим настроением. Вот. Но потом мы встретились, кстати говоря, с Никитой. Я вам заснимала фрагмент только когда гуляла одна. Потом ко мне подъехал Никита, мы пообщались, погуляли. Отлично провели вечер. Очень было хорошо, тепло, уютно, спокойно. Вот. Решила ничего не снимать, во-первых, потому что у меня опять не заряжал пауэрбанк, у меня опять садился телефон, у меня очень низкая емкость, кстати, на аккумуляторе, поэтому у меня все так быстро разряжается. Но просто я вам говорю о том, что вчера прекрасно мы с ним провели время, он мне поднял настроение. Очень все хорошо было, в общем. Сейчас что я делаю? Я только встала. Я сейчас жду курьера насчет Альфа-банка. Насчет карты, в общем, там какие-то приколюхи опять. А качество нормально? Вроде да. У меня ресница! Ё-моё! Как будто линзу надевала. А знаете, что я сейчас к вам решила прийти? Я, в общем, говорила в каком-то влоге, что я хочу начать заниматься спортом. Но я вот так смотрю на свою фигуру. Сейчас вам покажу. Да? Вот так. Меня все очень даже устраивает. Ну, типа, в плане живота. Такой у нас плоский на утро животик. Я еще не ела, но я сейчас поем, и он у меня станет не плоский. Сейчас я его напрягаю, кому интересно. Вот. Это он у меня в напряженном состоянии. А в ненапряженном он вот такой. Типа просто живот. Но все-таки мне очень хотелось бы подкачать свои ноги, потому что мне не нравится их как бы толщина. Хотя, смотрите, не особо-то и толстая, да, нога? Ну, я сейчас штанину сузила. Не знаю. Все, в общем, хорошо. Отличное тело у меня. Еще хотела, кстати, вот на вот этот комментарий прекрасно отметить. Спасибо, что вообще вы мне пишете комментарий, это очень приятно. Вот, читайте. Вкратце, там написано то, что девочка Мила вроде бы, привет тебе передаю, если смотришь этот влог. Мила подумала о том, что я самовлюбленная, высокомерная, посмотрев мое одно видео распаковку с Шейн.
Потом она посмотрела мой влог и поняла, что это совсем не так. И я вам хочу, знаете, что сказать? В жизни все точно так же. Все люди, пока со мной не пообщаются, думают, что я самовлюбленная, что у меня вот такая самооценка, да. Не знаю, правда это или нет, но во влогах, наверное, вам виднее, потому что я все-таки там реально открытая, настоящая. Я как бы особо сейчас со стороны не вижу. Вам виднее, какая я на деле. Ну все, я пошла быстрее умываться, завтракать, потому что скоро курьер приедет, а я в таком виде, негодном, так сказать. И нужно протереть полы. Хотелось бы сегодня вообще выйти на улицу, потому что сегодня 16 градусов. Это просто сказка какая-то. Нет слов, вот внутри счастья прям, ну, не полное, потому что еще не кое-какие там проблемы есть, так сказать, в жизни. Вот, ну, побежали умываться. Не знаю, думаю, может, сегодня либо одной опять выйти прогуляться, либо вообще позвать кого погулять. Может, Аделину позвать, да? Давно мы с ней не виделись. Мне еще контейнер нужно отдать, купальник надо отдать. Вот. Чищу только сейчас зубы. Я, кстати, чищу зубы до еды. Как вы чистите, напишите. Знаете, еще хотела бы как-то упорядочить расписание выхода своих видео на YouTube. Ну, типа, там один день, может, выходной надо мне сделать, да? Но, с другой стороны, я вот так сейчас думаю, а я вообще не устаю, типа, от съемки, от редактирования видео. Это все проходит достаточно быстро. Поэтому пока что все остается неизменным. Ролики будут выходить каждый день 12 дня. Я их выгружаю, ставлю на премьеру. И они сами в итоге дальше как бы загружаются. Все, пошлите завтракать. Все, я приготовила уже завтрак. Это у нас омлет. Это у нас поджаренный хлебушек с паштетом. Я, кстати, очень люблю. Вчера кто купила кофе и киви. Выглядит достаточно объемно. Но, во-первых, омлет воздушный, хлеб воздушный. Типа он никакой. Все. Всем, кто сейчас будет тоже кушать, приятного аппетита. Я, в общем, покушала очень, кстати, плотно получилось все-таки. Сейчас я иду мыть полы, убираться по квартире, чуть-чуть надо прибраться. Потом я, скорее всего, искупаюсь и начну снимать для вас видео обо мне. Будем смотреть мои старые видеоролики. Кто не знал, я снимаю видео на YouTube с 12 лет. Но периодически я забрасывала свои каналы, у меня их было даже несколько. Об этом всем вы узнаете в отдельном ролике. Все, я побежала убираться. Все, ребят, подъехал человек. Это там по карте. Подъехал человек. Иду сейчас получать карту свою. Вот. Зачем я вообще это делаю? Потому что там вроде бы, короче, деньги идут и мне. За то, что я оформила эту карту, но я ей пользоваться особо не буду. Небольшие траты только сделаю, чтобы мне пришли деньги. И чтобы пришли деньги человеку, по чьей карте, в общем, я это оформила. Ну все, ждем. Надеюсь, меня фоткать не будут. Это когда я Тинькофф оформляла, меня сфоткали. А я вот в таком виде. Кстати, я сейчас мою вот тут все. Всю обувь перемыла, отнесла зимнюю на балкон. Сейчас осталось здесь все помыть, потому что все в песке. Это дико бесит. Еще у нас нет пылесоса. Еще наконец-то на столике бралась. Все, он приехал. Ребят, забрала я карту Альфа-банка. И она мне вообще не нужна. Он меня спросил, вы зачем оформляете? Ну, типа, просто спросил. Очень мне, кстати, сейчас жарко. Я прям вся мокрая. Извиняюсь, быстрее купаться хочу. Он меня спросил, зачем он уезжает где-то. Белокирю сейчас проедет. Он меня спросил, зачем оформляете? Для кэшбэка или для пользования? Я сказала, для кэшбэка. А чё? Правду говорю, чё уж скрывать тут. Мне эта карта не нужна. Может, она и хорошая, но у меня и так уже много карт, которых я наоформляла. Так что ждем кэшбэк. Тоже регистрируйте. Обслуживание бесплатно, все бесплатно. Поэтому я и зарегистрировалась. Бралась я, в общем, в коридоре. Сейчас я хочу убрать на полке свои ненужные тетради, альбомы, вот. Очень жарко, верите, вообще нет.
Вообще в шоке прям. Ну, вот эти вещи нужно еще постирать, но так как у нас сломалась стиралка, это постирается чуть позже. Вот. И у меня теперь нету простыни. Вот, все, я пошла убираться. Итак, ребят, уже 3 часа дня, я где нужно везде поубиралась. Сейчас думаю, что делать, вообще не знаю, что делать. Ну, мне и так придется накраситься, потому что я хочу быстренько снять еще видео. Еще, кстати, скоро должны прийти ремонтники, ремонтировать стиральную машину. Вот. Ребят, я, в общем, повесила сюда тряпку для мытья полов и ковер, который на входе стоит, и он упал. На крышу Пятерочки. Ну, конечно. Ну, смотри, вон он там, открой окно. Он в коридоре лежит. Нет, он мокрый, я его весь постирала. Грязный, как ужас какой-то. Все, мы, кстати, сейчас будем убираться на балконе. Я все-таки придумала занятие. Пускай мне... Пускай мне пока чуть подсохнет голова. Вот, ну, может, с Аделинкой встретиться, я думаю. Ну, ладно, посмотрим. У меня есть еще 1,5 часа. На раздумья и просто ни на что. Вот. Ребята, меня слышно? У нас на протяжении полугода... Кто не понял, что происходит, меня Юля закрыла на балконе, пока я там убиралась. Ой, ребята, до сих пор, в общем, я одна убираюсь на балконе. А Юля только есть сюда ходит. Мы сейчас едим суп. Всем приятного аппетита, кто кушает. В итоге я не пойду никуда гулять, потому что нет времени, как бы, и мне лень уже как бы собираться. Ребят, слава богу, я все на сегодня закончила. Завтра продолжу уборку. Посмотрите, какая тут теперь чистота. Столик у нас теперь появился. Я очень устала. Сюда еще надо будет повесить куртки, чтобы закрыть тот хлам. Ну, типа, все, что вы видите. Это все уедет в деревню, вот эти пакеты 3. Это моя физкультурная одежда, так что... Еще сюда надо будет что-нибудь повесить. И окна еще помыть надо. Я вообще очень устала. У меня болит спина, потому что я очень тяжелые коробки там таскала. Подоконник чистый, все чистое. Там осталось только какую-нибудь удобную, красивую зону. Релакс организовать. Вот. Все, белье повесила. Новую стирку заправлять не буду. Не хочу, не лень, все уже. Все, пошла я отдыхать. Ребят, выгляжу я, кажется, просто умопомрачительно. Я как голову помыла, так и, собственно, высушила их самостоятельным способом. Они сами высохли. Потом я собрала хвост. Вообще нет сил разговаривать. Мне просто дико болит спина, мне нельзя поднимать тяжести. Я сейчас столько всего таскала. Вот, что я к вам пришла, я не могу связать вообще речь. Пока убиралась на балконе, нашла, в общем, комодик, но я не знаю, куда его ставить. Смотрите. Я сейчас его, наверное, соберу, потому что Юля не разрешает его сюда ставить, потому что места нету катастрофически. Куда мне поставить этот комодик? Напишите мне в комментариях, потому что в следующем влоге вместе с вами поставим, то есть уже завтра. Очень темно, извиняюсь, сейчас я включу свет. Скорее всего, мне придется сделать перестановку, чтобы поставить возле себя комодик. Так, надо подумать, что делать. Ребятки, в итоге я сейчас выхожу в магазин, уже 10 вроде вечера. Мне нужно купить вот еще, я очень хочу чипсы, возможно, я их, конечно же, не куплю. Но я подумаю. Пока не знаю. Ой, вид у меня, конечно, господи, извиняюсь. У меня что-то еще все лицо начало гореть. Губы покраснели. Поэтому я решила подышать свежим воздухом. Все, пошлите быстрее в магазин. Ребят, я уже в магазине. В общем, все-таки моя душа пожелала чипсов. Они у нас 170 рублей стоят. У меня настроение упало. Знаете, беда, депрессия, апатия. Мороженое, что ли, взять? Зашла я домой, показываю, что купила. Я, короче, сделала покупки какого-то пятиклассника. У меня просто организм дико требует чего-то плохого, где еще и похудела, кажется, нужно как бы исправляться. А, я ничего больше не купила. И воду в уник. Вот.
пошла редактировать этот влог, кушать. Вам говорю огромное спасибо за просмотр, за то, что провели этот день со мной. Я очень устала. Всем огромное спасибо. Спокойной ночи, кто будет спать. И всем пока.